Всем щербет, дорогие друзья. Знаете, есть такая китайская фирма, называется Текут или Текут. Ну, если не знаете, так теперь будете знать. Это китайская фирма, которая где-то примерно по качеству исполнения и по ценам похожа на Санренму, на Ганза. И выпускает не особо дорогие, но и местами интересные ножи. Честно скажу, что конкретно мне что-то камера не хочет на нем фокус ловить. Конкретно мне вот не особо приглянулись ножи данного бренда. Почему? Потому что я когда-то делал обзор на Текут Арис Сон. Такой вот есть ножичек. Ну что можно так чисто ретроспективой в двух словах. Текут Арис Сон. В принципе, когда ты на него смотришь, как он на витрине лежит, то никаких претензий там по качеству либо по красоте нет. Когда ты берешь его в руки, у тебя возникает куча вопросов по эргономике и прочему-прочему. Стандартная китайская фирма, которая копирует чьи-то идеи и пытается их как-то изменить и немножко так выдать за свои. Что-то поменять, что-то улучшить, что-то ухудшить, не всегда понимая, зачем какие-то конструкционные элементы нужны ножу и вообще, что с ними нужно делать. Но есть у них вот такая вот серия, может просто несколько ножей, которые называются Exploiter, кажется так, даже не Explorer, а Exploiter, да, вот типа а-ля такие вот классические складники, типа, знаете, вот как самые первые Victorinox были, мне очень напоминает вот эту форму, такую вот, здесь, кстати, кость, натуральная, не пластмасса заявлена, натуральная кость, все как надо, проставки здесь латунные внутри, как всегда сейчас камера, наверное, собственно, в руках он вызывает только приятные ощущения, так все сбито, собрано добротно, ничего нигде не люфтит, не шатается, не болтается, пружинка отзывчивая такая тоже, так все вот красиво все это щелкает дело. Собственно, цена у него меньше, чем у, скажем, Спартана Victorinox. Да, я знаю, что все скажут сейчас, лучше доплатить и купить Спартан. Но есть люди, у которых есть один Спартан красненький, второй, третий, пятый Спартан. И Victorinox вот такая вот горка. Поэтому, если, к примеру, захочется какой-то альтернативы, возможно, обратить внимание на вот данный нож. Повторяюсь, Текут, Эксплойтер, да. А еще здесь помимо ножа есть пила. Она не такая агрессивная, чуть-чуть менее цепучая, дерущая, чем на Виксе. Но в принципе, смотрите, во-первых, достаточно длинная, подлиннее, чем на вот этих вот маленьких, на том же Хансмане, если я не ошибаюсь. Хотя здесь вот мы видим, что носик уже пилой, собственно, вот так вот не является. И здесь вот так вот пилой не является уже, пила, по сути. Наверное, да, рабочая поверхность в итоге, как у Хансмана получится. Но, в принципе, должна тоже здорово пилить. Не пробовал, не знаю. Сталька самая обычная, 5 хром 15 молибден ванадий. Вот, пила тоже так прикольно щелкает. Клинок имеет такую форму скальпеля, видите, да? Все так отполировано, все хорошо сделано. Мне вот нравится, честно, как сделан именно этот нож. А вы уже в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу, как обычно. Вот такой вот он. Не забывайте подписываться на мой канал. Здесь в правом нижнем углу. А с вами был еще разок. Пишите, что вы думаете. Увидимся. Пока.